находимся на огневой позиции артиллерийского дивизиона. У ребят всегда поднятое настроение и готовы ребята выполнить боевую задачу, поставленную Верховным Главнокомандующим. Работа артиллеристов напряженная, постоянно требует больших навыков, умений, ответственности. Это очень зависит от поражения противника, прикрытия наших войск, поражения противника в СУ и так далее. Но обстановка достаточно непростая, тяжелая, очень жаркая, потому что постоянно проходят артиллерийские дуэли. Вооруженные силы Украины и НАТО-батальоны обстреливают нас практически в одно и то же время, обычно это по утрам, как по часам. И постоянно приходится работать, чтобы предотвратить это, чтобы помочь нашим войскам также продвинуться вперед.